также все-таки также Дракцан, на самом деле игра полностью переведена на русский язык. Я когда начинал ее проходить, но он так был. На первом настроении проходил, не очень было хорошо, да и я отвлекался. Наслаждаться игрой по другу. Очень, кстати, нравится мне вот эту музыку. Так. Новая игра. То, кстати, игра полностью переведена на русский, поэтому смотрите мультики. Я на самом деле трансформер хотел продолжать записывать, но что-то мне сегодня не хочется, поэтому... Здравствуй, малыш. Это смотри, твой первый день. На русский переведен. Ты будешь именован как КР-01-138. Мы ждем от тебя великих свершений. К сожалению, кстати, геймпад тут не поддержит. Ты родился в опасные времена, выжить в которых поможет твоя сообразительность. Но в большинстве случаев обрести победу помогут твои прирожденные физические способности. Более того, ты превзойдешь многих своих собратьев. Это, кстати, Каменян. Как-то выглядит, да нет, не очень. Ведь ты, Командос, солдат элитного и без сомнений лучшего подразделения. У тебя есть оружие, броня, а самое главное, твои братья. На нашей планете Айвы охотятся стаями, чтобы поймать добычу покрупнее. Так и ты, наряду со своими тремя братьями, станешь свирепым охотником на страже Республики. Теперь прими свою судьбу, примкни к стае в качестве ее вожака. Примкни к отряду Дельта. Это Дельта-40, ваша опора, безупречный и дисциплинированный солдат. Это Дельта-62, сердце и душа вашей команды. А это Дельта-07, самый свирепый охотник среди ваших братьев. Каждый из вас часть одной личности. Республика призовет вас на службу, и если понадобится, вы пожертвуете своей жизнью. Сержант, сажайте солдат на корабль! К взлету готовы! Корабль на месте! Ну же, группа Б, шевелитесь! Вперед! Пушки сдвиньте к корме! Загружайте патрульные снаряжения! Вперед! Вперед! Сэр, на время перелета мы должны разделиться! Но мы встретимся на геонозисе! Не отставайте, сэр! Что-то я не помню, что на геонозисе воевали команды. Это выдумка, наверное. Кстати, в прошлый раз я записывал без перевода русского, если правильно помню. Поэтому... Это хорошо, на самом деле, что он тут есть. Мне, в принципе, эта игра понравилась тогда. Жалко, там испортили её некоторые враги, поэтому... В галактике началась война. Секретное оружие из Республики. Огромная армия клонов была впервые применена против войск вражеских дроидов. Вдали от кровавой бойни, элитный отряд Дельта готовится к своему первому заданию.
Чаще. Война клонов. Джанозис. Кстати, субтитры у меня включены тут. И в принципе надо будет включить, а то я все-таки без субтитров не могу. Так, субтитры у нас выключены. Включить. Включить средняя сложность. Нет, не средняя, легко давайте. А то в прошлый раз они меня так покарали. Сильно. Тактический режим сменный. Тактический, да. Голоса высокая. Трехмерный звук не надо. Аудиоканалы нормально. Особое 640 на 400. Почему 640? Не надо 1600 на 2200. Готово. В основном изображение так. Весьма не очень. Добро пожаловать на Геонозис, Дельта-38. Приятно видеть, что вас наконец-то отключили от симуляторов. Меня назначили вашим советником. Я стану вашим проводником, пока ситуация не изменится. Или нас всех не убьют. После посадки вам необходимо встретиться со своим отрядом. Дельта-62 где-то поблизости. Ваша первая задача — найти его и объединиться. Ваша основная задача — найти Санфека и уничтожить его. По ходу операции я буду сообщать вам дальнейшие приказы. Удачи, командос! Могут тут геймпад не работает? Политическое убийство. Глава должен быть уничтожен. Члены отряда Дельта по отдельности проникли на ее гладиарскую арену. Они должны реквизировать его любой ценой, да. Хорошо, вот и зона высадки, спускайтесь. Осторожно! При необходимости я буду снабжать вас всей тактической информацией. Она будет отображаться в виде голограммы на вашем визорном дисплее. А текст сообщений будет выводиться в этом месте. Вот ваше задание. Ваша главная цель — это глава Геонозиса, Санфек. Дельта-лидер, крайне важно, чтобы Санфек не сбежал. Дельта-лидер, с вами все в порядке. Вас только что задела противопехотная пуля. Состояние вашего здоровья не очень хорошее. Подлечитесь бактой, прежде чем идти дальше. А рядом с вами бакт-автомат. Сказать дальше. Это типа за... Можно тут... Это типа тут можно использовать. Чтобы обзавидеть. Давай. Командир, сканеры показывают, что ваши здоровье в норме. Можно подвигаться дальше. Они в окопах! Отходимся, Тергама! Отходим! Получено новое задание. Доберитесь до упавшего корабля. Кстати, ремейк сделала Аскер, которая сейчас занимается Old Republic, которая их закрыла. Old Republic у нас не будет, скорее всего. Без него, в принципе, нормально. Но это вообще, на самом деле, Republic команды не было. Поэтому... Если был, то... Так себе, весьма. Целевой компас, который... Дельта 38, очистите зону возле упавшего корабля. Тут, кстати, всегда патроны будут. Я помню, что среди... Их слишком много! Я вам скажу честно, что дорогие... Готовьтесь.
иду. Отличная работа, Дельта 38. Продвигайтесь. Нам нужен медик! Эй, 35, смотри, команда! Если то, что они говорят, правда, то они одни могут закончить эту войну. Сэр, вы направляетесь на вражескую территорию. Там все просто те же дроиды, минотеком устроенные нами баррикады. Единственная наша защита. К вам приближаются дроиды. Противник прорвал нашу линию обороны. Особенно те, которые вот эти, которые могут изгибать. Уже противников не было. Я на нем с этим прошел. Рядом с вашей позицией находится оружейная установка, которая препятствует продвижению наших войск. Рекомендую взять гранаты с платформы с боеприпасами и уничтожить эту установку. Честь говорить. Это где-то относительно. Это можно сказать весь 1800. Гранаты были добавлены в ваш инвентарь. 1600 на 1080, наверное, тогда надо было привёшку нарисовать тогда. Ну блин, так и будет. Отлично, теперь бросайте гранаты в оружейную установку. Я всё идеально. Единственный способ уничтожить оружейную установку – это гранаты. Впечатляет, Дельта 38. Меня тоже впечатляет. Люблю гранаты. Самое любимое оружие всегда. Добро, это что-то ошибись. Удерживается, чтобы пройти. Дельта лидер, Дельта 62 рядом с вами. Вы скоро с ним встретитесь. Сожрите плазму, тупые дроиды! Да! Вот он еще! Дельта 62 готовится. Дельта 62. Звание команды Сатред Дельта. Запал. Запал предпочитает решать проблемы с помощью взрывчатки. Любое орудие такая 17 с бронебойной насадкой. Подключаюсь к вашему визорному дисплею, босс. Эти звуковые турели просто разрывают наших солдат. Дельта лидер, я загружаю ваш визор место заложения взрывчатки. Подождите, сейчас перезаряжусь. Очень все косы показать здесь маневр, нажав использую. Запал, мне нужно, чтобы ты разрушил этот бункер. Отлично, жуть как хочется что-нибудь взорвать. А вот это типа внизу, слева... Внимание, Дэн! К вам приближаются геоназианские войны! Начать радикальную перестройку, командос! Я этим займусь! Драка пришли! Может кто-то мне придумает? Запал! Просто создай нам драку, только постарайся нас не взорвать! Заряд заложен, готов к детонации! Он в вашем распоряжении, босс! Когда будете готовы, босс, подорвите его! Уже готовы. Я тебе могу снять корону. Я вас скажу, что это такое.
Советник, тяжелая артиллерия преградила нам путь. Вам направляется корабль «Хаки». Ликвидируется. Все, кстати, мы на уходу. Продолжаем, командос. Я буду следить за вашим продвижением из корабля и в случае необходимости снабжать вас информацией. Подкрепление пока не может к вам добраться, так что... Будьте одни, хотел сказать. Помните, Дельта Риттер, ваша главная задача — это Санфэк, но сейчас необходимо встретиться с Дельта 40. Вперед! Как он далеко-то продвинулся. Приказы душой тоже не вечны. Жду ваших приказаний. Можете звать меня мутантом, но мне кажется, что здесь насекомые. Дельта 40 находится за этой дверью. Заложите заряд и взорвите. Я скажу ему, чтобы он отошел. Изменим слегка архитектуру, Дельта. Устанавливаю заряд. В этом деле лучше не спешить, сами знаете. Иначе может подорвать все подряд, да? Заряд заложен, готов к детонации. Он в вашем распоряжении, босс. Укрытие, Дельта! Люблю этот звук. Шар проклятый. Подключаюсь к вашему визорному дисплею, сэр. Просто сейчас взломчик. Дельта талант взломать компьютерную систему и... Ходить в защиту. Обходить защиту или обнаружить и пораженных, которые... Приятно, кстати, что каждому написали. Советую вам приказать Дельта 40 взломать управление щитом. Он в этом просто профессионал. Состояние и расположение вашего отряда отображаются тут. Работаю над этим. Вперед! Щит отключен! Мы внутри! Ой, опять они. Ликвидировать цель! Для меня это было просто удовольствие. Приказы, наверное, и вечные. Если здоровье окажется под угрозой, покажите воспользоваться пакта автоматом. Можешь принять пакту, Дельта? Применяю пакту, сэр. Пакта сделала свое дело. Вперед! Я так понимаю, кстати, это главная механика игры еще, что можно типа приказы использовать. Вы приближаетесь к двери, ведущей в ангар. Активность в ангаре свидетельствует о том, что они не знают о вашем присутствии. Советую выполнить процедуру взлома терминала этой двери и тихо войти внутрь. Ликвидируется. Построиться для наступления. Меткое попадание. Дельта 38. Пасы, надо ими воспользоваться. Войдем по-тихому. Так точно, сэр. Еще чуть-чуть. Дверь открыта. Вижу кинозианцев. Ликвидируется. Обнаружил груз. Жучаромет. Советник, в ангаре мы обнаружили пару геонодианских истребителей. Мы не можем позволить использовать их против нас. Уничтожьте их. Цель загружена, ваш целевой компас.
выполните процедуру разрушения, Дельта. Устанавливаю заряд. Дельта, ты слышишь, сзади вас? Может, кто-то меня прикроет? Ложись! Почти закончил. Здесь темновато. Отряд Дельта, переключите режим визора. Нажмите X, чтобы воспользоваться визором. Вы можете переключать вид ночного видения, как за это и не втянуть. Да блин, какие загрузки? Раньше их не было. На Windows 10. Я не знаю, кстати, почему я тут, кстати, перед стримом, перед тем, как что-то записывать и очистить компьютер. Не знаю, почему. Хотя у меня столько игр установлено, что вопросов становится больше. Железяки! Молодец, вот, переключаю визор на ночное видение. Жучары прорвались. Отключите этот режим, Дельта. Здесь достаточно светло. Есть, сэр. Аварий не убит. Хорошо, теперь используйте подрывной заряд, чтобы расчистить проход. Прикройте меня. Заряд почти установлен, сэр. Взрывать к этому тебя готовы, сэр. Назад! Хорошая работа, Дельта. Дельта 60-го перезаряжается. Какие отвратительные шутки. Обнаружены дроби. Еще и постоянно делают. Вот дроби намного легче управляться, чем они. Чем я сейчас сделал, чтобы просто так, что дроби можно. Ликвидировать цель. Дело сделано. Враг нейтрализован. Дельта, лидер, вы должны держать свой отряд под контролем. Для этой цели используйте команды. F1, F4 команды. Мы перехватили сообщение с Санфека. Он находится на один уровень ниже вашей текущей позиции. Геоназианцам известно о вашем присутствии, и они в полной боевой готовности. Так что будьте готовы к серьезному сопротивлению. Все, я гранат кинул, блин. Без гранат плохо. Гранаты тут не вечно, поэтому. Хотя то, чтобы обить одного дроида, вон сколько сил. Тоже как-то не очень. Отверстие в конце этого коридора находится прямо над стратегической комнатой Санфека. Вы можете спуститься вниз по веревке. Сила братьев. Отлично. Дельта лидер. Дельта 07 рядом с вами и остается в укрытии. Продвигайтесь с осторожностью. А он, кстати. Дельта 07 подключается к вашему визорному дисплею, сэр. Дельта 7, 7. Прирожден охотник в любом... Знакомишься с местными, да, седьмой? Было весело. Где Санфек? В следующей комнате, босс. И не беспокойтесь, парни, пару мишеней я вам оставил.
Выстрелите в окно стратегической комнаты. Сейчас постреляем. Иду в укрытие, жду приказаний. Построиться для наступления. Вас понял. Сэр, вы что-то увидели? Сантек побежал в цель! Остановите! Он смог вырваться! Дельта-лидер, крайне важно, чтобы Сантек не сбежал! Враг устроен. Особенно вот это меня, да? Хорошая работа, командир. Стоит. Ой, блин, робот. Сам пройти не враг. Народов. У меня же патронов нету. Всем отрядам сконцентрируйте огонь на одной цели, чтобы пробить ее броню. Ликвидируйте. Супердроиды! Гранаты сейчас рванем. Выполнено. Быстрее, Дельта-38. Я засек передачу энергии на истребитель Сантека. Вас понял. Ликвидируйте. Новые патроны. Построиться, отряд Дельта. Строимся, босс. Приступаем к штурму двери. Приступаем к штурму двери. Ну, кстати, воскрешать, если что, можно свою команду. Есть бомба, воскрешать. Взрывчатка заложена. Назад. Брошена граната. Вот он, по ту сторону щита. Дельта-лидер, прикажите Дельта-07 занять снайперскую позицию. Нам нужно взять Сантека на мушку. Сантек убегает! Дельта-лидер, крайне важно, чтобы Сантек не сбежал! У вас заканчивается время!